Макшеева Ульяна, 5 лет, город Белгород. Работа на конкурс «Дети читают стихи» для «Лабиринт.ру». Стихотворение Казаковой «Я поздравить мамочку». Я поздравить мамочку с праздником хочу. Сделаю для мамочки все, что захочу. Уберу свой столик, вымою игрушки, постелю кроватку, куколки-подружки. Вместе с куклой Ниной испечем печенье, хоть из пластилина, но ведь угощение. Наш подарок маме мы на стол поставим. Вместе с куклой Ниной мамочку поздравим.